Многих людей интересует вопрос, а что будет, если положить лавровый лист в кошелек? Вы знаете, лавровый лист – это не просто пряность, которую каждая хозяюшка использует на своей кухне. Друзья, это магнит для привлечения денег. И здесь очень важно, чтобы вы время от времени проводили одну простую практику. Для этой практики вам понадобится буквально один лавровый листик, понадобится ваш кошелек и понадобится фломастер или, например, краски, кто как любит. Итак, возьмите из пачки самый красивый лавровый лист, желательно, чтобы он вам понравился на интуитивном уровне. Теперь возьмите на лавровом листе, нарисуйте знак бесконечности и скажите следующие слова: «Привлекаю деньги, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так». После этого возьмите этот лавровый листик, сложите обязательно в салфеточку, желательно, чтобы салфеточка была именно белого цвета, и после этого, друзья, обязательно положите в кошелек. Желательно, чтобы в кошельке лавровый лист не соприкасался с другими деньгами, это очень важное правило. И таким образом лавровый лист будет привлекать к вам деньги. Как часто нужно будет менять такой лавровый лист? Девочки и мальчики, старайтесь менять раз в месяц. Раз в месяц эту практику проводите, вы увидите, как произойдут в вашей жизни в очень скором времени достаточно быстрые и кардинальные изменения. Помните о том, что многие вещи зависят от вас самих. Прямо сейчас в комментариях напишите «Я привлекаю деньги», и пусть Вселенная действительно отправит вам несметные богатства. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех благ.